Захватывающая дуэль Кевина Дюранта и Энтони Дэвиса в Окленде 8 апреля 2018 года. 9 часов 50 минут. Баскетбол НБА. Официальный сайт НБА представил ролик, посвященный захватывающей дуэли легкого форварда Golden State Warriors Кевина Дюранта и мощного форварда New Orleans Pelicans Энтони Дэвиса в матче регулярного чемпионата между их командами. Дюрант в нем набрал 41 очко, совершил 10 подборов и отдал 5 передач, а Дэвис ответил 34 очками, 12 подборами, 4 передачами, 2 перехватами и 4 блокшотами. Встреча завершилась выездной победой Нью-Орлеана со счетом 126-120. Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube. 41 очко Дюранта не спасли Golden State от поражения в матче с New Orleans. Источник NBA сообщить об ошибке. Комментарии 08 апреля 2018 года, 7 апреля 2018 года, 6 апреля 2018 года.